И в продолжении темы экологический рейд прошел на мусороперерабатывающем заводе в Люберцах. По жалобам жителей туда выехала инициативная группа. Свалка рядом с железнодорожной станцией «Люберцы-2» уже не раз становилась героем наших сюжетов. Зимой мы выезжали на это место по просьбе жителей, которые жаловались на постоянный неприятный запах. Но на территорию тогда попасть не удалось. На этот раз вместе с сотрудниками полиции, администрации и профильных ведомств мы увидели в полном масштабе то, что скрывалось за высоким забором. На этой свалке, судя по количеству чаек и другой живности, в основном собраны пищевые отходы. И находиться рядом с ней просто невозможно. Жители близлежащих домов уже устали от запаха, который чувствуется при малейшем ветре. Они также выехали на рейд, чтобы посмотреть источник загрязнения воздуха. Здесь улица Пионерская рядом, здесь люди проходят на работу. И именно в этом районе постоянно вот запах очень неприятный, сгнивших отходов. И мы бы хотели, чтобы местные власти навели здесь порядок, чтобы прекратить это. Сама организация занимается мусоросортировкой. Гора отходов здесь не изменилась еще с нашего первого визита. Экологическая группа, которая выехала на место с рейдом, уже приняла некоторые действия по этому вопросу. Но наши действия, мы составим акт проверки. Земельный контроль проведет исследование, обследование земельного участка, целевую принадлежность данного участка под сортировку и запросим документы у руководителя организации. Отметим, что окончательное решение по мусороперерабатывающему заводу и конкретно по свалке будет зависеть от решения суда. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.